Мы знаем массу возможностей заказать инструменты, в том числе там, на любой фабрике, какой-то как бы спецификации, но все это холодно, сухо и как бы там не касаясь мастера. Ну, я уже довольно давно играю на гитаре Дмитрия Познаша, она со мной отъездила не один десяток тысяч, я думаю, километров, побывала за океаном. И все инструменты, которые здесь представлены были, даже сделаны не на продажу, а вот для друзей, для наших, они все прошли тоже через мои руки. Я на них играл и где-то что-то записывал. Ребята, все воплощения ваши, все ваши мечты, все, что вы хотите, все, что звучит у вас в голове, можно воплотить подетально, бережно. Вы изначально можете ходить в лес, показать на дерево. Я для себя понял, что это действительно классные инструменты, которые сделаны по-настоящему, сделаны с душой. То есть ты всегда можешь на нее рассчитывать, выходишь на сцену, и она не подведет. Потому что у меня были довольно дорогие даже инструменты, скажем, фабричного производства, с которыми иногда бывали всякие неожиданности. Все мои детские, взрослые мечты, как вот я начал играть на гитаре, они в ней все воплощены. Все, что здесь сделано, сделано в моем присутствии. Я говорю, Дима, мы не будем спешить. Мы просто, я буду к тебе приезжать, ты делай свои гитары до моей, а потом, как я буду приезжать, мы будем с тобой вместе все делать. Все выпиливать здесь, делать всякие ручечки там все. Поэтому я наблюдал полностью за процессом построения этого инструмента. Человек делает то, что ты хочешь, прислушивается, воплощает все твои, так скажем, фантазии и пожелания. И, конечно, всегда приятно иметь инструмент, который в единичном экземпляре, ты понимаешь, что такая гитара только у тебя, второй такой на свете не существует. Мне кажется, для творческих людей это очень такой приятный, согревающий момент. Ну, так как я не умею играть, я взял, потому что мне нравится. Понравилась и форма, и как она звучала. Пришел Серега Зуев, и как дал джазу, и он сказал, все, ну, Хендрикс играл на деревяшке, а вот это гитара. По всему миру не пускают, не только у нас, нигде не пускают, и мы решили назло, можно сказать, сохраняя все спецификации Стратокастера, один в один, все и звучит так же, в маленьком чехле спокойно проходим, и на нас смотрят недоуменно сотрудники аэропорта и всяких других авиакомпаний, мы нагло смеемся им в лицо и проходим спокойно, при этом не теряя звуки, но приобретая более легкий инструмент, и играем на нем спокойно концерты, на том же уровне звучим, как любая взрослая большая гитара. Я просто очень рад, что у нас уже появились такие мастера, которые делают не то, что раньше называлось обидным словом самопала, то есть это на самом деле высокого уровня мирового класса инструменты, с которыми не стыдно приехать в Америку и выйти на одну сцену со всякими именитыми, знаменитыми, как, допустим, было у меня. То есть я спокойно совершенно себя чувствовал. Я, в отличие от предыдущих ораторов, не гитарист вовсе. Я большой любитель гитар. И мне для гитары, в гитаре главное, чтобы она была красивая. Черное дерево, перламутр, бронза на ладах, фокинские датчики. Это прекрасное место, где мы сегодня собрались. И я думаю, что здесь угол Познаша будет очень к месту и будет популярен. Так же, как и, в общем, все это место. If it was left up to me, baby, you would never get to go nowhere. Hey!